Вторая классификация. Гласные буквы подразделяются на широкие и узкие. Узкие и широкие. При произношении узких гласных рот открывается не так широко, слегка зажато, что ли. Широкий, соответственно, язык открывается широко. Например, И, буква И узкая. И. Если широко открыть рот, получится буква Э. И-э. Вот. Узкая буква У. У-о. Широкая О. Тувинская узкая буква И. И-э. Широкая ее пара Э. Узкая буква И. Широкая ее пара А. И-а.